Краснодарские журналисты совершили путешествие в мир искусств, причем сразу двух – оперного и винодельческого. Пресс-тур прошел в музыкальном театре. Сначала смотрели оперу «Евгений Онегин», а после дегустировали вина от крупного производителя. Авторы этого не совсем обычного смешения – творческое объединение «Премьера» и винодельческая компания – уверены, что оба эти вида искусства достойны особого внимания самой требовательной публики. Обычно организовываются в антрактах дегустации вин, конечно же, только для совершеннолетних зрителей. Мы считаем, что те люди, которые пришли приобщиться к искусству, они же обязательно должны полюбить и другое искусство. Потому что для нас виноделие – это тоже искусство. Вино – это в первую очередь это не алкогольный напиток, а это искусство, это продукт человеческой цивилизации, продукт наших сердец. Подобные туры проводятся уже третий год подряд. И каждый раз залы театров, как и дегустационные залы, переполнены.